Безопасность превыше всего. В Астане проходит уже третья в этом году выставка по охране труда и промышленной безопасности. Компании-участники демонстрируют весь спектр продукции и услуг для безопасности работников нефтегазовой, горно-металлургической, химической отрасли промышленности, а также для энергетиков и строителей. Выставка приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который принято праздновать 28 апреля. Как предлагают защищаться от травм и вредного воздействия на производстве, узнавала Жамал Муканова. Компании-участники обещают, что их продукция защитит все части тела на производстве. В основном здесь спецодежда, противогазовые маски, перчатки, очки, наушники, которые делают звук тише, крема от обморожения и излучения. А это, как нас заверили, идеальный шлем для сварщиков. Через этот пояс внутрь поступает воздух с вредными парами. Здесь он фильтруется и по этой трубке уже поступает очищенным. Стоит этот чистый воздух 250 тысяч тенге. Спрос, как говорят сотрудники компании, немалый. Шлем работает на батарее. Зарядки хватает на 12 часов. Впрочем, в защитных касок здесь выбор огромный. Чтобы конкурировать на рынке, им даже придумывают необычный дизайн. Наша компания проводила исследование, чтобы узнать мнение сварщиков. Мы узнали, что в мире есть очень много женщин-сварщиц. И каждому человеку хочет подчеркнуть свою индивидуальность, хочет выглядеть отличным от других. Специально для них вот предназначены такие графические версии. Продукции на выставке много. Вот только защищать наших работников предлагают в основном компании России, Китая, США и Швеции. Мы нашли только одно место, где представлена одежда казахстанского производства. Ее шьют в Актобе. Директор фирмы говорит, все из-за дефицита профессионалов. Не хватает кадров. В частности, инженеров технических работников, это технологов. У нас швейный цех пока небольшой. Значит, у нас 30 швей. Плюс 5 закройщиц и 2 технолога. И одна заведующая производством. Какого бы производства ни были каски и очки, главное, чтобы работодатели обеспечивали ими своих работников. Потому что случаев травмирования на производстве, особенно на стройках, в последнее время все больше. Но, по словам министра труда, в сравнении с 80-ми, 90-ми годами, намного меньше. По данным Международной организации труда, ежегодно 270 миллионов человек, к сожалению, получает соответствующие травмы на производстве. Где-то около 160 миллионов регистрируется профессиональных заболеваний. У нас в республике за 20 лет мы в 3 раза сократили уровень производственного травматизма. Четких правил, что делать, чтобы избежать трудового травматизма, нет. Чаще всего это дело случая. Но соблюдать элементарные меры безопасности необходимо, считает министр. А те, кто не имеет представления, как это делать, еще 2 дня могут узнать на выставке «Киош-2013». Жамал Муканова, Берик Ахтан, 24 KZ, Астана.